арабском стиле. Почему я подчеркиваю арабский стиль? Потому что слово импровизация на Востоке имеет немножко другую форму, она строится по другому принципу. Как принято в европейской, западной культуре, импровизация всегда происходит, импровизация на тему. А в восточной культуре импровизация это подразумевает процесс рождения темы или не рождения темы. Это уже не важно. Будет тема или не будет тема, это уже совсем вопрос вторичный. А процесс поиска этой темы и чисто сердечное высказывание, собственно, такое, раскрыть свое подсознание. Вот это есть импровизация.
Thank you.